Здравствуйте! Сегодня хочу представить вам позицию. Это детский таргет, то есть это новые вещи. Упаковка 15 килограмм, страна Канада. Стоимость за килограмм 1330 рублей. Себестоимость одной вещи выходит 185 рублей. Что будет входить в состав? По сезонности это весна. Вот такая танковочка на 2-3 года. Штаны хлопок на мальчика 18 месяцев. На 6 лет хлопковые штанишки. Болеро на 2 года. Легкая танковка где-то на 8-10 лет. Еще одна танковка на мальчика 8-10 лет, хлопок. На 6 лет на девочку хлопковая танковка. С таким принтом русалочка, размер XS. По возрасту это где-то на 4-5 лет. На 18 месяцев. Здесь встречаются бэбики, но их будет немного. Такой боди на 6-9 месяцев. Совсем маленькая боди на новорожденного. Танковка на мальчика 8-10 лет. Все вещи новые. Единственное, что на них, не на всех вещах присутствуют этикетки. Disney, размер М-ка, 7-8 лет. Толстовка с капюшоном, кепка, 6-7 лет. Еще одно боди на мальчика, кепка, 3-6 месяцев. Толстовка. Такая толстовочка с утеплением. На 4 годика на мальчика. С черепашкой ниндзя танковка на мальчика размер XS на 8 лет. Здесь встречаются повторы, но их немного. То есть одной позиции может 2, максимум 3 вещи. Чероки на 6 лет танковка. Такой комбинезончик XS, я думаю, где-то на 12-13 лет, с барашками приятный. Танковка на девочку G, 7-8 лет. Тоже Чероки, 6 лет танковочка. Все вещи яркие. 7-8 лет. Леггинсы, хлопок, 6 лет. Тоже на 6 лет. Еще одна Disney на 6 лет. Модерн люкс. 7-8 лет. Тоже на девочку 7-8 лет. Такая хлопковая кофточка 8-10. Рубашка на мальчика Чероки. М-ка на 8-10 лет. Закатывающими рукавчиками на пуговицах. Восемь-десять лет. Десять-двенадцать. Еще одна рубашка. Тоже 8-10 лет. Чероки. Танковочка на 2 годика.
хлопковые штанишки на девочку 4-5 лет. Джемпер на 18 месяцев. Хлопковые леггинсы на девочку 14-16 лет. Широкие 14-16 лет. Десять-двенадцать на девочку. Еще одни леггинсы у нас попадались, только ростовочка. 10-12. Вельветовые брючки на 7 лет. Танковочка на 6 лет. Такой интересный свитшот Ми на 14-16 лет с миньоном. Вещи в основном все яркие, с принтами. Ткани все практически натуральные. Это хлопок. Star Wars Lego. Размер 12-14 лет. И хлопковые штанишки на девочку 10-12 лет. Кофточка с капюшоном на замке. Marvel. Размер примерно 3-4 года. Еще одни синтетические леггинсы Star Wars. 4-5 лет. Кирка 10-12 лет. Еще один такой свитшотик Disney на 10-12 лет. На 6 лет танковка. Танковка на замке на 6 лет. С таким искусственным мехом. Яркая жилеточка. На 6 лет. Еще один миньон 14-16 лет. На 10-12 лет на девочку. Еще леггинсы. Ростовка такая же, 10-12 лет. Легкая кофточка Little Pony, 14-16 лет. Брюки на мальчика на 16 лет. Легкие штанишки, леггинсы, размер 4. Штанишки на мальчика 18 месяцев. И брючки, леггинсы на 4-5 лет. Хлопок. Танковка на мальчика. XS размер, ну, примерно на 5-6 лет. Легкие штанишки. Где-то на 2-3 года. Однотонная кофточка на 8-10 лет на мальчика. В 14-16 лет. На 6 лет. Легкий красивый джемперок Чероки 7-8 лет на девочку. Легкая кофточка на 4 года Pink Floyd. И к ним вот штанишки прям подходят на мальчика. Тоже такая же ростовка. Кофточка Little Pony на 4 годика.
Танковка на 14-16 лет. Счет 12-14 лет. 7-8. Еще одна танковка с длинным рукавом Star Wars Lego на 16 лет. Толстовка 12-14 лет. Брючки на мальчика 4-5 лет с завязочками и с карманами по бокам. На девочку хлопковые штанишки 4-5 лет. 10-12 возраст. С таким принтом Frozen Love Art 12-14 лет. Толстовочка размер XL, ну, где-то на 14-16 лет. Леггинсы еще одни. Такое теплое платьишко Чироки, 18 месяцев. Еще одна толстовочка, танковка. Легкие штанишки, 6 лет. Такая синтетическая кофточка Канада, Сендай, смотрю, фирма, на хоккеиста. Шестнадцать лет. Штанишки хлопковые на девочку, 7-8 лет. Четыре, пять. По формату у нас на 6 лет было, здесь 10-12. Еще одно лего, 14-16 лет. Кофточка Little Pony, 10-12 лет. На 4 годика. Легкие такие штанишки Superman, размер 6. Кофта на 6-7 лет. Штанишки. Возраст 7-8 лет. Еще одна кофточка на замке. Водолазка на 14-16 лет. Такая танковочка, 6 лет. Кофточка на замке, на 4 годика, с капюшоном на девочку. Еще одна беленькая танковка, 14-16 лет. Теплая кофточка, травка. Сказала даже как туника, платье, 10-12 лет. Хлопковые штанишки на 4-5 лет. Платьишко Чироки, 18 месяцев. Еще одни штанишки на 4-5 лет на девочку. 18 месяцев. И вот такая толстовочка с капюшоном Спайдермен. Возраст 4-5 годиков. Это была позиция Target, это новые вещи с этикетками, страна Канада.
Стоимость за килограмм 1330 рублей. Себестоимость одной единицы выходит 185 рублей. Спасибо за внимание.